Выпуск банкноты с изображением Нурсултана Назарбаева – закономерное явление. Это оценка проделанной работы главы государства для становления Казахстана. Такое мнение на презентации новой купюры и юбилейной монеты выразил председатель столичного этнокультурного объединения уйгуров. Это высокая оценка исторической роли нашего главы государства. Сегодня Казахстан – это прочная экономика. Сегодня Казахстан – это известная страна, это уважаемое государство. И сегодня я на самом деле очень горд называть себя казахстанцем.